И еще раз, и на сей раз аут. Все-таки ошибка. Как обидно. Может быть, это был последний шанс за что-то зацепиться. Пытался попасть по линии. Тайм-аутов нет, замены тоже, ну, по большому счету, уже все перепробованы. Замена есть у бразильцев, у них Родригао выходит вместо Бруно. Усиливать блок. И без того соперник очень близок к победе. Волков тоже сегодня в атаке, ну, совсем не со своим процентом атакует. Молодец, Кукухин, как же трудно ему. Видно, что он здорово устал. Кукухин в своей подаче сделал все, что необходимо. И Мусерский приносит нам 21 очко. 22-21. Тайм-аут возьмет, конечно же, Бернардиньо. Кукухин. Выстреливает свою подачу. Аут, она летит. 22-22. Это просто уникальный человек. Тайм-аут у Бернардини второй был. И вновь пускай лучше Тетюхин отдыхает. Ничего по большому счету не изменилось. Бернардини для него этот тайм-аут берет. Два белгородца, так получается, тащат за собой команду сегодня. Тетюхин и Мусерский. «22-22». Разменили у Подуолоса Гранкина. Наверное, рассчитывая, что туда передачи не будет, что сумеете Тетюхин затруднить. Ну, не знаю, почему, короче, Гранкин оказался напротив Волоса. Закрыть его ему не по силам. 23-20.